Ничто так не напоминает народам об их истории, как искусно обработанный мрамор. Обычно нам пришлось бы делиться своим. Может, если мы вставим кристалл с другой стороны, то получится пролить свет на эту тайну. Похоже, теперь мы сможем и надпись прочитать. Свет из этих кристаллов. Теперь он в песке. Только посмотрите. Дар Фрейра никуда не делся. Прямо памятник нерукотворный. Это не смешно. Узнал что-нибудь? Свет в пустыне его не удержит. До Фэй я и представить себе не мог жизнь в мире. После ее смерти, в пути до Йотунхейма, я сам обрел свой мир. И мой долг — поддерживать его.
Может, однажды эльфы тоже найдут свой мир. Без помощи Фрейра. Его образ все равно ведет их за собой. Понимают они это или нет. Статуя светлого эльфа в пустыне? Странно. Да. Может, это святилище, о котором в Анахейме говорил Бюгер? Огромный шар летит к тебе! Здорово! Ты как, брат? Ядма! Светлые эльфы все строят с размахом.
Заперто. Тут нужно два ключа. Что там может храниться? Темы прекрасны, запертые двери. Что за ними? Чудище? Сокровище? А с нашей удачей и то, и другое. Символ. Знак почета. Эльфы делали такие и вывешивали у входа в жилище. Так они выражали поддержку моему брату. Может быть, он от той двери? Она заперта на два ключа. Это верно. Тогда продолжим искать. Фрейя,
подойди. Рассветник, ты стал интересоваться растениями? Еще спящий тролль. Работа гномов. И впрямь. Давно мы не открывали таинственных дверей. Предвкушаешь, брат? Я и вижу. Атаку!
Thank you.
Новый подарок Фимбул Винтера. Магия, которая из нас утекает, должна куда-то деваться. Yeah!
Да! Еще одна поэма Квасира. Может, мы сможем вернуть эту парочку в Ванахейм? Или даже в Мидгард? Куда поселить найдем? Спеки и Свана были бы рады. По-моему, это не лучшая идея. Никогда не стоит забирать хищника оттуда, где он уже обжился. Полагаю, ты прав. Просто тут как-то одиноко. Просто мирно. И они не одни, а вдвоем. Этого довольно.
приближается, и оно нам не радо. Аука! Ящер! Что-то приближается, и оно нам не радо. Ящер! Готовься!
Thank you.
сейчас!
украшение. Да? Надень его мне на рог. Глянем, как смотрится. Нет. Это все подношения, брат. Хочешь оставить их себе? Дело ваше. Раз Фрейр не взял их с собой, покидая Альфхейм, он не будет против продажи их гному. Библиотека эльфов? Хранилище знаний. Светлых эльфов не видно. Пока что. Может, они ушли, и мы можем все изучить в свое удовольствие. Смотри. Так это схема Двалина, да? Ты о нем знаешь? Ага. Один из самых талантливых кузнецов среди гномов, пока у него не проснулась совесть. Одних этих текстов не хватит, чтобы остановить их войну. Но запрет на их чтение лишь позволяет кому-то ее продлить. Следуем руководству для Одина? Да. Это на руку светлым эльфам. Книга на замке. Тут есть надпись. Консул. Бюгвер упоминал изгнанника с таким именем. Скорее всего, ему будет любопытно прочитать это.
Папа! О, кажется, смотрительница хочет нам что-то сказать. Лата Фрамбок. Просит вернуть этот дневник. Нет. Вещи дом, живо! Let's go!